солнышко светит. Эй, травка там, блядь, птички щебечут, нахуй. Даже в этом бите мы затем его и взяли, ведь мы на озеро двинули все вместе. Дойдя до края, доказав теорию плоской земли, я просто присел покурить, помянуть прошлое, помянуть деда, что тогда зашел в комнату, когда я дрочил. Ты же край хорошо берешь. Люблю перкассеты, в частности Оксикантин, так что как попаду на небо с клиски моего лапка непобритого. Так давно я забыл про эту процедуру, не хочу больше брить свою бандуру. Сука, у меня яйца свисают, так хули я не могу добавить там бишки джунгли. Дал ей дунуть бедозного джула со спайсиком, ее нормально напалило, но она спросила, хули ногти отпадают. Я сказал, малая, все в порядке, просто я сбрасываю кожу, ведь я хладнокровная змея. Я не хочу быть похожим на вас, хочу быть похожим лишь на лондонских пациков. Так что сейчас себе компани закроют мою задницу, и Эверласт трусы пригреют яйца. Впрочем, шмотки — это не важно. Самое важное — это как ты на кетамине пляшешь на танцполе. Когда включают хардкор, ты будто вареный, ты будто похож на какого-то уёбка из порно. Ты настолько нежен, настолько похож на бога, когда ты ебашишь эти движения макароника ёбаного. Сука, блядь, как же кетамин убил танцпол, нахуй. Перестаньте, блядь, это юзать, начните уже просто ебашить габу под спидами, и все будет в порядке, все будет в порядке. Ну а мне пора спать, я заебался читать, это же так сложно, да? Ха-ха! Я буду стелить хуйню вечно. Мне поебать, бумбап, да ты настолько просты, что я в них как рыба в воде. Как рыба в воде на бумбап-битах. Это андерграунд, но я стелю фристайлом. Каждый раз я точно выкупаю, что мне достанется этот кусок пирога. Кусок пирога, что пожевал контейнер Ленина, пакеты, другие разные ребята. Всякие пидоры, я, впрочем, не шарю, мне поебать, знаете ли. Я слушаю, блядь, Милану, нахуй. Я слушаю Скали Милана, детка. Хочу варить мефедрон в твоей хате. Я хочу, чтобы в твоей хате воняло перкассеты. О, что за пиздец, бля, перепутал слово. Хотел сказать сельдями, прямо из твоей пизденки. Они такие сочные, они такие свежие, бля. Ну сходи все-таки к гинекологу. Это мини-кризис, ребят. Я считаю, после такой дороги можно и начать, собственно, подкаст. Это была лишь разминка. Я сейчас зачту так, будто в последний раз вижу белый свет. Так что просто слушайте, что-то важное, что-то может нет, что-то страшное, что-то заставит задуматься о настоящем моменте, что-то заставит сожрать зан и просто спрятаться под пледикой с готической няшей, которую ты встретил вчера. Уже успел отъебать, сука, какой же ты мудак, как тебе не стыдно? Почему ты, блядь, все время так делаешь? Почему ты все время ломаешь судьбы, чужие жизни? Они ничего не стоят для тебя, ты даже не слышишь их слез, не слышишь их мольбы остановиться, просто постоять на месте, поговорить, покурить папиросу. Эй, я зачел половину парта нахуй разом, просто мне похуй, я представлю как бог на андерграунд бубапе, так мне похуй. Меня глубоко инцидентно, не шарю, правильно ли понял смысл слова. Но это значит, что мне поебать вообще, сейчас день или ночь, сейчас обед или вечерний прием пищи. Я хаваю очень много, я хаваю так, чтоб трещало по швам мое еблище. Я точно знаю, что я вырасту быку, но пока я молодой бычок, речь не о габаритах. Речь о рите, которую аж писал пянтаритом. Манбую антек боху, каташи писал я ищ кашкином. Мобила, йоу, чутай, то морозы, курист, тенге, отворки, ты с нахуй посовим. Что я писал, я им ищик, но ты сёк, сало, куитис. Перштяли, диджой, перштяли. Аж женоу ты крей, как ман поебать, катутян, блядь, маней. Ел манную кашу в детстве, чуть не обрыгался. Меня так заебало, что я стал пиздить деньги у родственников, у бати, у мамы, у сестры старшей. Бля, ее вообще не существовало. Я вставил это чисто для пиздатого фристайла, для
для пиздатой структуры, чтобы все текло гладко и сладко, чтобы вы слушали и забывались в этих годах. В этой меланхолии тоже забывайтесь, пожалуйста. Просто покурите на балконе под мой трек или взорвите бошку нормальную. Только не крэк, только не ебаный порошок, блядь. Просто покурите под мой трек, сходите, не знаю, там в Макдональдс или поговорите со своими близкими. Они вас любят, они реально вас любят, блядь. Они долбоебы, но они вас любят, поэтому поговорите с ними реально. Это полезно. О чем угодно, вообще поебать, об отстраненных вещах поговорите. Обсуждали философию. Он сказал, бля, чел, ты несешь мне хуету. Бог есть, Бог крутой, Богу я руку пожму. Я говорю, блядь, кого ты благодаришь каждое утро за то, что проснулся? Неужели Бога? А почему не себя? Это же ты, сука, сам себя дотуда дотянул, чтобы сейчас проснуться и вкусить этот нудлс нахуй с медом в молоке. Я хочу, чтобы у меня была девка тупая шлюха, чтоб был, ну, там, 45 IQ, или там, чтобы она не могла сложить дважды два, чтобы я мог ее пороть, и она не жаловалась за домогательство. Ибо я люблю трахаться так жестко, о, блядь, так жестко, блядь, просто. Это похоже на порку, похоже на порку коней, когда они хотят зачать ребенка. У них хуй огромный, мой хуй чуть меньше, но все же я готов оформить каждую пришедшую на мой притон. О боже, блядь, что за хуйню я несу фристайлом? Оно льется, я даже не думаю головой, я даже не думаю головой. Ой-ой-ой-ой, какой хороший приход от пороха. У меня есть пророк, он говорил, ты сдохнешь 27 или 35. Я сказал, а хули два варианта? Он говорит, ну в зависимости от того, будешь ли ты торчать или не будешь. Будешь торчать, умрешь 35, не будешь 27, братан. Так что вот так бывает, да. И я ничего не перепутал, нет. Реально так и есть. Мягкие ваши строки, я не хочу, чтобы лились слезы, когда я ухожу. Просто забудьте о моем существовании, будто я был каким-то сном. Сном шизоидным довольно, кстати. Так что стоит просто понимать, что мне не стоило здесь оставаться. Мне стоило просто признать, что я джанг, и мне надо в монастырь в Индии. Там пиздатые фрукты, пиздатые чипсы делают из жуков и ящериц. Блять, потерял рифму, очень жалко, но я не буду это переписывать, ведь заливаю вам в уши говна немного. Так, дозированно, дозированно заливаю дерьма вам в уши, окей? Эй, мои уши вянут от рэпа современного, в особенности в СНГ. Это очень неприятно слушать, особенно когда ты напален, ибо ты выкупаешь все частоты, что они дрочат так долго. Их звукари, блядь, сидят часами, но их голоса до сих пор блядские, ведь они сосали всю жизнь за то, чтобы оказаться там, где оказались. Это, если что, не лично, это просто я фристайлю, что, блядь, мне приходит в голову, в мою тупорылую башню, блядь. Мою башню, мою башню, снесло башню, снесло башню. Ай, 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 мой прадед срал в кустах, когда увидел башню этого ебаного панцерфауста. Он тогда сразу встал, побежал к своим ребятам, ППШ в руках. Они как гангстеры тогда заливали с лицом фрицев.
Тогда уже шла вторая половина мировой войны. Все ресурсы истощены. Очень жалко тебя, Адольф Гитлер. Ты был нормальный тип, мог рисовать пиздатые картины. В итоге лижешь лобки и челки на лобках своих шлюх, которых называл генералами приближенными. Воу, бля, если что, события из фильма «Бункер 2004». Это новый стиль, вы такого не видели. Это чисто документалистика, только у документалистики случился выкидыш. Так что просто посиди, отдохни на кресле. Бля, представь, как они тогда облезли все, когда он показал это на киноэкранах. Я видел твою шалаву, она тоже ходила на этот фильм. Она тогда была молодая, а сейчас ты чисто скуф. Она альтуха, которая переебашила солей. Очень жалко тебя, блять, яйца побрей нахуй, чтоб быть еще более униженным маленьким сукиным сыночком. Сыночком. Мне дали отсрочку нахуй в армии, блять, потому что я разъебал ногу, очень стараясь ради своей родины, ради своего отряда, нахуй, я, блять, истинный воин. А меня пидоры даже не наградили, блять, за боевую травму. Это пиздец был, ебать. Бля, реально было неприятно, кстати. Верните мне бабки государству, у меня, блять, нога сломана из-за вас, две, кстати. Еда говно. В армухе такая хуёвая еда, я ебал. Блядь, я в ахуе вообще с таких движений, старый. Блядь, ты бы видел, что там накладывали в наши тары. Это даже не назвать тарелками. Мы, блядь, ебашили с глубоких металлических котелков. Это была очередь длиною в рот полную обезумевших от голода солдат. Мы так заебались бегать в этих лесах, а нам дали лишь один сухпай на ужин. И после вообще приехали эти унемоги, они полностью загружены, казалось бы, хорошей едой, которую приготовили в нашей столовой. Или если умолчать, просто разогретую, заказанную где-то там, блядь, далеко. Ну какого хуя, боже. Эти куски мяса, сука, были зеленые, блядь, как моя рожа после того, как я покурю или потегаю свой тег где-нибудь не в Литве. Это была хуевая идея, как идея малолетки брать у меня каре. Дал ей бишки кошачьего наполнителя, она чисто киса, так что с кайфом поест. С кайфом поел вчера в гриль в Лондоне. Очень хорошо отдохнул с девчонками, очень хорошо погулял потом на природе. Мне нравится этот стилек, мне нравится, когда мне сосуд по-другому не встает. Это постоянно такая заеба, боже, я кончаю первый раз за 30 секунд. И приходится поднимать его снова. Если тёлка не очень, то я не могу ей помочь получить это удовольствие. Ведь первый раз я ещё кончу, окей, но поднимется ли он для второго? Ну, под крилами точно нет. Ха-ха-ха. Эй. Эй. Что у тебя на губе? Я хочу посмотреть. Дай мне лупу, чтобы я проверил, нет ли у тебя какой болезни, какой заразы. Может быть, ты гниешь, а я и не заметил, и тогда все закончится очень плохо. Поэтому будь в моменте, но все же не забывай про то, что стоит чистить зубки там, или ходить в зальчик, или просто подмываться хотя бы, или, ну, блять, не торчать. Все в черный рехаб, там отдыхал, общался с врачами о вечном. Особенно весело было с пациентами, которые базарят на выдуманном языке. Боже, я даже его выучил, мне было не лень, настолько там нехуй делать. Ты вливаешься в это, ты точно знаешь, где ты, почему. Ты точно знаешь, что ты умрешь. Ты точно знаешь, что тебе не сойдет с рук то, что ты сделал в прошлом. Кстати, то, что ты сделал в будущем, тоже так-то не сойдет с рук. Так что соси хуй, лох. Обдристал потолок. Очень хочу новый срок на зоне, просто чтобы встретить твое очко. Милый, я так скучаю, боже, когда увижу тебя снова. Ты такая лапочка, ты так хорошо сосешь. У тебя такое разработанное очко. Это было так приятно, боже. Это реально было хорошо.
новый день, мне не лень еще зачитать фристайл, ведь я хуячу, ай. Трек на 30 минут подошел к половине. Уже нечего сказать, это чисто лишнее. Тут все и так понятно, ты лох, ты чисто клещ, ты чисто потерялся в жизни. А вот я хуячу, ведь у меня есть искусство фристайла, искусство рэпа, искусство оформлять стиль. У меня есть чувство, которого нет у тебя, ведь ты его не взрастил, а я взращивал каждый день, каждый раз, когда видел, что ты красивая. Мен светит мне ксивой в ебало, хочу снести ему нахуй еблище, но получу еще больше пизды, так что просто оставлю этот конфликт и дам на лапу. Если что, это было не в Литве, это я путешествовал куда-то там, в страны третьего мира, где все отдыхают на пляже, где никого не ебет, кто чё скажет, кто чё скажет. Не ебет южан, они просто хотели остаться такими, какими их задумала судьба, такими, какими их задумала мать природа. Они чисто чилят, как карты на диване, играя в плойку, пока у их тёлки роды. Записал около вайбер щит, уродливый Эмма, готик, рэп, и собой доволен, и собой доволен, и собой доволен. Вам понравится следующий бит, он не был выпущен, хотя уже был готов текст и даже два парта. Там был Рэнди, бля, Рэнди вообще гений, ребят. Да тут все гении, я в ахуе, блядь. Я жестче типов не знал. Добавлено несколько химикатов. Тибурон, кажется, содержит формальдегид, инсектициды, таблетки. Полиция перекрыла территорию. Давайте выйдем, посмотрим, что произошло. Наш дрон нашел мертвое тело. Да. Морда, закинешь там в FL-ке просто вот буквально пару плагинов, типа. Там чисто просто плагины закинуть и все, там одна дорога. Пригласили нас. Вы здесь главный? Да. А вот это знаменитый Тибурон. Тот самый Тибурон? Да. Клиенты очень его любят. Подобно амстердамским кофешопам, здесь был клуб, где можно было курить Тибурон. Да, да, мне понравилось. Эффект очень сильный. Да. Со временем это вызовет разрушительную эпидемию наркомании в стране. Очень не президент, он преступник. Но это не решило проблем. Ну, короче, Тибурон по-прежнему остается самый... Пизда, реально, подкаст, нахуй. Зигомет помогает мне от сердца к солнцу исполнять. Вот уже который год зигомет. Я так доволен своим приобретением. Он стреляет от сердца к солнцу, прямо в чурок, прямо в хачей. Этот зигомет просто лучшее приобретение, что я совершал за жизнь. Очень хочу поговорить с этими типочками, что приехали ко мне и крадут почки у детей. Просто дайте им денег, пускай съебут нахуй с этой планеты. Пускай со своими деньгами, блять, поживут на Марсе, где вообще нет людей. Потому что им стоит отдохнуть от бледей, от кокса, от набора массы на фарме. Стероиды, это плохо, ребята, перестаньте, реально. Отдохните, лучше просто покушайте яичек с маслицем, жареный на сливочном маслице. Это было так приятно, будто вчерашний день. Я помню тот вкус жидкого желтка, жидкий желток. Я так доволен тем, что он течет прямо по моему хлебу. Я закидываю его в рот, пережевываю так легко, в отличие от какой котлеты или стейка. Они все же потверже будут, яйцо усваивается на 100%. Ну, может, 98, окей. 98-й бензин залили в пасть типочку, который наследил в нашем бизнесе, нахуй. Он потратил очень много наших денег и оставил их себе. Это неправильно, это не по красоте. Я не выкупаю, когда такое происходит. Мне хочется на стену лезть, просто потому что чувак меня не уважает. Хочет спиздить мои деньги, он чё не знает, кто Фоджи Гэнг, кто Чердак Рекордс. Мы же устроим ему, блядь, просто ёбаную проверку нахуй на прочность его яиц.
Вау. Охуеть, уже второй бит. Нихуя себе. Уже второй бит, уже 20-я минута, ребята. Блять, идем на ты, ёбаный. Это легендарно. Сейчас с диджеем конкретным будем в дискорде писать трючок после этого. Так что удачи мне. 20 минут непрерывного свега льются. 20 минут непрерывного свега льются в ваши уши. Я говорю об этом в настоящем моменте, хотя это будущее. Я в ахуе, но я-то здесь и буду говорить в прошлом о том, как пояснял вам что-то. А вы будете говорить в настоящем, как я пояснил сейчас. Это может длиться годами, поколениями. Все уловят этот вайб, я стану легендой, не поебай. Хочу закрутить косой, чуть отдохнуть от своих дел. Отдохнуть от своих дел, бегу за предел. Похуй на деньги, я слил их все в картель. И картель тоже слил кому-то левому, ведь мне поебать. Я хочу просто жить как бродяга, ай, ай, оформлять. Я Курт Кобейн, мне похуй, знаешь ли ты. Если не знаешь, просто нахуй иди. Если ты что-то против имеешь, можешь, конечно, со мной поговорить, но лучше просто иди своей дорогой. Тебе пора посуду мыть. Ай, у тебя нет посудомойки. Ай, новый день, начинаю, мне не лень позвать всех к себе и снова читать, читать, читать. А-а-а-а. Рэнди придет сегодня в конце дня, оформит очередной бенгер. Он точно знает, чего хотят от него. Чего хотят от него все дети, что переслушали Аквапарк от группы Контейнер. Мы так пиздато ща исполняем их стилек. Но это не их стилек, это стилек всей планеты. Они чисто жгут, но теперь жрут все. Жгут наложил на, блядь, ранение, на котором нужно было лечение срочное. Кровоизлияние, кость оторвана, сука, так неприятно. Ай, ай. Каждый раз представляю себя на фронте, как бы я себя повел в ситуации, где стоит что-то предпринять, где стоит выбрать другой или твоя собственность. Такая, как тело, рука или нога, такая, как уши, глаза и твоя задница, которую ты прикрываешь постоянно, когда чувствуешь страх, которую просто нужно забыть, блять, и жить дальше. Не нанес хуеты, и мне нормально, бля. Вы вычлените из этого, что вам надо, а что не надо, пройдет мимо, блять. Оформляю пантомиму этой шалаве. У нее очень странный взгляд. Она смотрит на меня, будто хочет убить, пока мы гуляем в лесу. Но не выйдет, я сам ее заряжу нахуй. Эй, я маньяк, я сталкер. Да-да-да-да. Мне так нравится наблюдать, как ты моешься в душе. У тебя очень красивые пальцы ног и очень красивые уши. Очень красивая попочка, я ей восхищен. Я хочу только сейчас выйти на район и раскурить косячок. Раскурить так много, просто потому что любим бошки, мы раскурим только полку. Потому что пришло время спускать толер, он заебал. Не могу ходить в школу, СДВГ заебет, боже. О боже, эй. Я съебался школы, не доучившись еще 2 класса. Я съебался школы, потому что хотел хавать, а нас не пускали в столовую. Это, блядь,
Маразмачка ебаная, падла, литовка, даже не моей группы, пиздела чё-то. Ха-ха-ха, блядь, она не знала, с кем связалась, нахуй. Кинул литовки на ротан, она точно знает, что я не вернусь никогда. Но она так скучает, ведь я так пиздато оформлял ее горлом себе минет. Даже не использовал ее сил, просто рукой долбил, да так, что чуть не задохнулась тупая мымра. Эй, нехуй меня исключать, я хотел еще походить в школе в своих темных очках. Они так пиздаты, я уже тогда знал, что буду легендой рэпа, так что доскал самый стиль. На мне тогда DC стаги были, куртка 4F и скини джинсы. Я в ахуе был, блядь, так никто не оденется в жизни. Никто никогда не вывезет такой стиль на себе. Просто это весит миллиарды килограммов децибелов, долбящих тебе в уши каждый день. Это могут постичь только люди, постигшие дзен, нахуй, в прошлой жизни. Теперь мы все рэперы и умираем молодыми, ведь выкупили, как пиздато живется на планете этой. Если ты не ссышь, если ты, блядь, не сыкунчик, нахуй, если ты не мышь, если ты не крысюнчик, если ты не папироса ебаная, которую скурит кто-то другой, то все в порядке будет, слышишь? Все в порядке будет, слышишь, детка, не надо переживать, я вернусь, обещаю, ты меня увидишь еще много раз. Мы сходим погулять в тот парк. Ха-ха, я ее обманул, как мудак, хочу просто съебаться поскорее, чтобы снова записать рэп. Эй, блядь, 27-я минута, это последний бит, который я скопировал. Фу. Последний бит. Последний бит, он скрипит так, будто у меня в ушах что-то знобит. Наверное, заложило от кристалла, все-таки ухо, нос и горло связаны. Все-таки они стоят друг друга. Каждая разъебывается к моменту, когда ты, блядь, ничего не слухаешь, нахуй, не выкупаешь вкуса еды и просто сушишь свои мозги ебаными наркотиками. Эй. У меня два котика дома, маленькая кошечка черная и большой рыжий кот. Я так люблю их, они всегда приходят ко мне. На самом деле бежу к моему младшему брату, ведь он их кормит, а я ебал их кормить. Все руки в соусе от этого корма, это такой заеб, я слился. Впрочем, он сам говорил, обещаю, я буду за ними убирать, кормить, ухаживать. Это мои котята, я за них, сука, поручаюсь. Я сказал брательнику, базар, но если больше дня лежит говно в лотке, ловишь плюху, малый. Так вообще некрасиво, воняет же в хате, а я вожу милашек, они же хотят чувствовать только запах джанка ебаного, вот и конец, встречай его, вот и конец, я прошел этот путь, как самурай до смерти, ведь этот бит закончен и все, теперь моя душа в бессмертию улетит так далеко, как только возможно. Эй, хочу мороженое, хочу Пригожина, блять, к власти в России. Он вообще нормальный тип, дайте ему денег кто-нибудь, блять. Это, если что, шутка была, сука, художественный стиль.